Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло на севере Мексики. После первого сильного толчка зафиксировали еще как минимум 5. Эпицентр землетрясения находился в 30 километрах к юго-востоку от города Мехикали. Пострадало около 100 человек, двое погибли. Зафиксировано несколько пожаров. В Тихуане, расположенном в 200 километрах от эпицентра землетрясения, подземные толчки особенно ощущались в жилых домах и на автомобильных парковках. В некоторых частях города нарушена подача электроэнергии и отключено большинство телекоммуникаций. Шоссе между Тихуаной и Мехикали было серьезно повреждено. Это было ужасно, ужасно, ужасно. Но сейчас все в порядке, все спокойно. Я был в своем доме и ощутил это сильно. Все задрожало. Это был серьезный сигнал тревоги. Представители гражданской обороны осмотрели жилые дома и приказали жителям выехать. Нам велели покинуть дома. У нас есть большое здание. Оно дрожало по крайней мере 3 раза. Колебания земной поверхности отмечались также на территории США, в Лос-Анджелесе и даже в штате Аризона.